Здравствуйте, любители вездеходных автодомов. С вами снова Илья Лесник и мастерская Вездеход Автодом. В этот раз мы хотим представить вам четвертый проект Унимог 1650. Это был самосвал, обычный коммунальный самосвал. Сзади, соответственно, был кузов, он был оранжевый, весь разбитый, тут жигулевские фары были от пятерки, то есть бампера никакого не было. Вся ценность этого автомобиля в том, что он абсолютно полностью весь перебран. То есть вот можно убедиться, насколько здесь вот как бы все, новые детали, все очищено, ни подтеков, ни грязи, вообще ничего. То есть машина фактически получается, ну, может быть, выглядит по-старому, то есть не новый капот, не новая решетка радиатора. А так, в принципе, она перебрана вся фактически. То есть вот в двигатель только глубоко не залазили, там мосты не перебирали, бортовые редукторы не перебирали. Остальное, ну, понятно, что раздатка, коробка еще там не трогали. Здесь, соответственно, нами установлена лебедка гидравлическая. Лебедка КОМА 15000. Трос диаметр 15 мм. Здесь намотка 27 метров троса гидравлическая. На самом деле достаточно мощные лебедки, даже, наверное, с избытком. Бампер нами полностью установлен новый. Лебедка поставлена, фары поставлены другие. Вот, веткоотбойники, танковые фары. Вот, танковые фары, они чем интересны? Они необычные, не так, как там должны стоять ближний свет, там 28 вольт танковые. А туда внедрен ксенон. Вот, и ксенон с розжигом, он потребляет, по-моему, 35 ватт всего лишь. Автомобиль предназначен для команды охотников, стрелков из состава 5 человек. Базовые как бы 4 человека, то есть у нас 4 спальных места, и 5 как бы дополнительное спальное место. Здесь, может быть, издалека не видно, здесь установлен предпусковой подогреватель двигателя, Берспехер. Вот. Ну, тут ступенька, чтобы наверх залезать, но это стандартное решение, да. А вот здесь предпусковой подогреватель двигателя. Двигатель у него 163 лошадиных силы, двигатель с турбиной, шестицилиндровый, рядный, дизельный. Вот, ну, расход топлива 25 литров на 100 километров, объем двигателя 5,7 литров, 8 передач вперед, реверс, 8 передач назад. Здесь стоят средние мосты, вот, на унимогах, на 1300 серии и мелкой серии, вот, современной U4000, там стоят мосты, а визуально видно снаружи с 6 шпильками колесными. Вот. Потом идет средняя серия, это как раз вот эта машина, у нее как раз 8 шпилек на колесе. Ну, как бы 8 колесных гаек. Вот. И потом идет тяжелая серия, там где 10 колесных гаек, это, там уже колеса больше гораздо. Здесь дорожный просвет у нас сейчас 490 миллиметров. Вот. Чего интересного было сделано? Так как автомобиль коммунальный был, самосвал с кузовом, кузов у него был в ширину 2 метра и в длину там 3 метра 8 сантиметров. Соответственно, колея у него была очень узкая. Габарит колеи внешний, по внешним размерам колес, был ровно 2 метра. Соответственно, и кузов 2 метра. То есть машина фактически была очень узкая. То есть крылья заканчивались как бы вот здесь. Соответственно, мы решили таким образом, что автомобиль рано или поздно может просто свалиться на бок, и колею надо уширить по возможности. Вот. Расширили крылья родные, то есть отрихтовали, расширили крылья. И приобрели другие колесные диски более широким вылетом. Потому что здесь фактически колеса были как бы вовнутрь. По кабине было очень много, было работ произведено. Там полик обварен, там вставки другие, рамка лобового стекла вся обварена, оловом запаяна. То есть какие-то трещины, какие-то были здесь, допустим, трещины. Вот. Лампочки, повторители поворотов, тоже это все заварено. То есть было из целенаправленной, из коммунальной машины, из коммунального оранжевого трактора старенького 90-го года, была затея, задумка сделать такой проект «Охотничий дом на колесах». Ну а дальше, как я вот уже говорил, реставрировалась вся машина, она вся пескоструилась, чистилась, грунтовалась, притом не абы как, не просто так, а действительно с тем отношением, которое
мы пытаемся осуществлять. То есть делаем автомобиль реально вот для себя. То есть вот делаешь, чистишь, потом грунтуешь там кислотным грунтом, обычным грунтом, потом уже красишь, там, допустим, матовый крас. Ну, чтобы получать от работы, так сказать, удовольствие в то же время. Ну, сейчас здесь стоят просто цепи на колесах, это мы так испытательно поставили, чтобы посмотреть. Кстати говоря, эта машина этими цепями укомплектована, то есть сделан такой некий гусеничный вездеход. Вот. То есть эти цепи имеют транспортное положение для перевозки в диск запаски, а две цепи задней оси, они складываются в фальш-канистры. Вот, диск запаски и вообще запаска, такое решение достаточно интересное в том плане, что здесь же был кузов, вот, и у этого кузова были выштамповки. Соответственно, кузов поднимался на гидравлике. И когда вы кузов поднимаете, у вас спокойный доступ к болтам, откручиванию запаски, ко всему. Вот. А здесь мы максимально фургон сделали низко, и для того, чтобы нам там запаску откручивать или что-то внутрь доставать, у нас существует доступ, лючок над запаской внутри фургона там. То есть из фургона мы открываем лючок, и у нас, допустим, здесь перевозится газовый баллон дополнительно, 5-литровый. Вот. Здесь стоял глушитель весь изуродованный, это мазовский глушитель. Здесь это вот усилители тормозов, тормозная система. Она была, соответственно, поперек машины, вот здесь вот, ну, торчала достаточно сильно. Поставили вдоль, для того, чтобы там какими-нибудь пнями, ветками там обезвредить это дело. Вот эти крылья, это новые самодельные крылья. Здесь у самосвала были такие полукруглые, все измятые, изжеванные. А в старых крыльях остались вот эти родные противооткатные упоры. Они настолько, ну, как-то приятные, хорошие, то есть оригинальные, что мы их решили оставить. Снимаются они таким вот образом. Вот, вот это противоподкатной башмак. Фургон установлен в подрамник. Подрамник взят родной от самосвала, тот, который здесь стоял. Но он доварен, добавлен, то есть вот эта балка, то есть, потому что это был самосвал, очень короткая рама, очень короткая. Соответственно, чтобы установить лебедку, пришлось придумать конструкцию, как эта конструкция будет к раме крепиться и как она будет под нагрузкой, ну, чтобы не порвало раму, не погнуло все. То есть нам пришлось удлинять фактически сзади раму, пришлось удлинять подрамник и вот этот делать скос. Потому что задний борт кузова, он фактически вот здесь заканчивался, то есть у колес. Здесь мы установили тоже такую же унифицированную лебедку с передней. Передняя КОМА 15000, и это то же самое, гидравлическое. Но заднюю мы поставили целиком, установили, а переднюю нам пришлось ее урезать, вал, то есть, ну, на токарке урезать, сваривать все, чтобы барабан был уже. То есть здесь барабан шире, здесь барабан вмещает 30 метров, а спереди 27 метров. Здесь из интересного, что тут установлен тросоприжим, спереди тросоприжима нету. Ну, то есть не тросоукладчик, тросоприжим. Вот. В рамке номерного знака камеры заднего вида, вот здесь это для прицепа, для легкового. Для легкового прицепа сделан вот такой специальный. Для легкового прицепа сделан специальный такой кронштейн, фаркоп. Вот. Он отдельно перевозится. Но вот когда, допустим, клиенту нужно там вести какой-нибудь там снегоход или там квадроцикл, на обычном легковом прицепе унифицировано, ставится такой вот квадрат, ну, он фиксируется, соответственно, вот, и здесь тоже вот этот фиксатор, если я сейчас защелкивать не буду, но сам принцип того, что сделан вот этот вот плуг, шар как можно ниже, для того, чтобы свес прицепа легкового был чуть-чуть повыше. А это вот у нас для охотников специально такая сделаны кронштейны, для того, чтобы не надо было в лесу никакие ни палочки искать, ни козлы никакие. То есть вот просто выставил вот так вот. И здесь вот можно, так сказать, какую-то там добычу разделывать, шкурать, все. Не каплет, ничего нигде не стекает. Вот, пожалуйста, все это удерживает груз. Вот.
Сверху фара рабочего света, заднего освещения, вот эта фара светится, еще здесь подсветка лебедки светится. Это у нас розетка для прицепа, здесь вот освещение, прожектор, вот он включен. А вот это герметичный ввод внешнего тока. Фургон сделан по той же технологии, что и на прошлом проекте, то есть стены 60 мм, потолок 60 мм, пол там 75 мм. Длина внутри 3450, ширина 2100. Высота 1,60 м. Тут также мы видим крепление канистр. Вот. И вот прежде обычно вот эта вот кассета. И плюс еще ступенька, которая выдвигается. То есть вот три ступеньки получилось. Осушитель воздуха. Значит, там вот тосольная система. Это бак. Бак родной был весь смятый на 1/3 родной. Значит, это камазовский бак, стоит на 125 литров. Заборники переделаны, датчики переделаны, то есть считываемость уровня топлива с камазовского не дружит с указателем топлива на панели приборов. Так сюда мы внедрили именно на сами поплавки именно уровни от унемога. Вот это там переключатели баков, верхний и нижний, потому что вот здесь в фургоне стоит еще один дополнительный бак на 210 литров, это заливная горловина этого бака солярочного, то есть этот бак 125 литров и этот бак 210 литров. Ну, фиксатор двери, это лестница наверх, лестница и багажник, они из алюминия полностью сделаны, сварены из алюминия, покрашены в порошковый, вот, затонированы в этот цвет. Ну, цвет этот военный Бундесвер 6031. Здесь вот вы видите, это крепление лопаты, лома лопаты, но это решения такие из наших обычных военных фургонов. То есть за кабиной, вот здесь вот промежутки, здесь с одной стороны установлена лопата штыковая, и с другой стороны лопата штыковая, и два лома. Вот, а аккумуляторов стоит два аккумулятора стартерных. Вот эти аккумуляторы, это вся машина 24 вольта и 77 ампер-часов всего лишь емкость. Это бачок подогрева аккумуляторных батарей, то есть в зимний период, когда у нас работает двигатель, мы можем включить контур, который будет давать теплый тосол и выдуваться тепло зависимой печкой в фургоне. И также этот контур идет вот в этот радиатор и подогревает аккумуляторы. Соответственно, аккумуляторы лучше выдают электричество. Внутри машины установлен дополнительный воздушный обогреватель Вебаста 2-киловаттник. Здесь там крепление домкрата, огнетушители, аптечки, соответственно, там все новое. Рации, машина укомплектована тремя переносными рациями, вот, одной штатным усилителем сигнала, рации все 27 МГц. Штатный усилитель сигнала и одна большая с большими аккумуляторами, пятая рация. Вот, зеркала, как я уже говорил, с подогревом. Это подкатное зеркало установлено, шноркель поменен, танковые фары поставлены. То есть также у нас все это закрывается, также это все фиксируется в одну и в другую сторону, трехточечная система. Вот. Петли просто покрашены порошковой, затонированы, чтобы не блестели. Фиксатор из нержавейки, чтобы не ржавел. Поручень, вот эти замки, так оно закрывается. Да, этот автомобиль-броневик, по большому счету, это такой вездеход, который можно переночевать там команде стрелков, там погреть еду. Вот. Самая одна из ценных таких вещей, это вот люки верхние, там обстрел с них. То есть вот пуфик этот откидывается наверх, и мы уже здесь. Могут также выглядывать из люков, смотреть с биноклем, вот, поручни специально, чтобы держаться. Здесь звонки, кнопочки, зуммеры в кабину водителя, чтобы в панели приборов установлены звоночки. Вот это герметичная розетка 12 вольт, для того, чтобы можно было какое-нибудь оборудование 12 вольтовое сюда втыкать. Антенна имеет пружинку такую, и она от веток сама вниз опускается.
благодаря тому, что у нас есть проход между конком и кабиной, то есть получилось как бы некое зеркальное расположение, как стандартно это делают там 131-х, 66-х. То есть у нас стол и рундуки, они в задней части, а вот этот проход, кухня, они наоборот в передней части. Вот здесь такие достаточно обычные стандартные рундуки, то есть для поклажи. Это печка тосольная, помпа, зависимо от двигателя. Вот, вот это для того, что здесь это на магнитиках сделано, то есть магнитики прищелкнуты. Мы вот так откинули, вот, и сюда мы имеем возможность как бы вставать ногами. Встали ногами, все, вылезли сюда. Вот это вот стол, обеденный стол, он раскладывается таким вот образом. То есть он совершенно надежно зафиксированный, верх зафиксирован, чтобы туда мобильник или там мелочь какую-то положить. А расцепляется он таким вот образом. И вот очень хотелось сделать сначала стационарный стол, чтобы он был такой толстый, настоящий, ощущение охотничьей избушки. Вот, такой застаренный, там волокна, чтобы приятно было тактильное ощущение вообще на ощупь, чтобы было. Вот, ну, сделали, сами придумали вот это. Кронштейны, все расположения. Снизу вот дежурный свет есть. То есть при выключении, может сюда, при выключении основного света можно включить дежурный свет. Этот дежурный свет он также включается, когда мы открываем дверь входную. То есть у нас, вот мы его, допустим, выключили сейчас. Так вот выключили. И дверь вот так вот открыли, свет зажегся. Вот. А здесь вот этот пуфик, это пуфик закладной, это цепи. Значит, тоже они откидываются таким вот образом. Так вот защелкивается. И это вот как раз и есть 4 спальных места. А вот этот пуфик кладется сюда, в эту щелочку. И вот 4 полноценных спальных места. А 5-е спальное место организовано над топливным баком и над столешницей, над кухонной. Окошко вот так открывается полностью. Также у них есть шторки, также есть москитные сетки. Что хорошо в этом фургоне, то что вот эти люки верхние, они, когда четверо-пятеро человек спят, то самой верхней точкой обязательно должна быть вытяжка, чтобы не было конденсата никакого. Так вот, хотя бы чуть-чуть окошко приоткрыл, вот этот люк приоткрыл, и все, вот это испарение, углекислый газ, все уходит наверх. Вот здесь этот шкаф, электрика собрана в нем. Ну, здесь внешний ввод электричества, тут все подписано. Можно также сюда зарядное устройство для аккумуляторов, для того, чтобы ящик аккумулятора не открывать, подключить. Вот всякие мелочи, типа тайничков, такие вот полочки. Вот это вот тоже вот так загорается, включается, для того, чтобы видно было. Ну, это вот у нас кухня. Расположение кухни такое достаточно простое, газовый баллон 5-литровый. Вот, и мойка здесь. Вот так она открывается здесь. Вот это вот у нас мойка сама. Слив. Без всяких грязнов прямую сделал. Вот это вот я ногой сейчас вот нажму, это помпа. Вот она раз, вот она пошла. Ну, то есть как на яхтах. На яхтах также. Ну, а, собственно, здесь вот у нас так открывается. Вот замочки просто сделаны такие достаточно надежные, чтобы язычки были длинные. И здесь вот они, два бачка, то есть 40 литров воды. А здесь Иберспехер стоит 24-вольтовый, 5,5 киловатт. Вот эта помпа, это газовый баллон. Соответственно, удобно, допустим, я сижу здесь, что-либо делаю, также ногой вот так раз, все, вода. Значит, надо газ. Беру вот так, открываю газ. Вот. Открыл газ, взял там спички. Зажег плиту.
Вот здесь чай, сахар, сухари. То есть все такие вот полочки. Вот. Здесь мелочь различная такая, чтобы никуда не улетело. Здесь ружье. Ружье там всякий, длинномер различный. Здесь такой хозяйственный ящик, патроны, там еще что-то. Вот. Это топливный бак, 210 литров, вот он герметично все сделано. Ну, фактически у нас еще получается целая бочка солярки в кузове, ну, только так более-менее аккуратно все сделано, чтобы так. Здесь окошко. Такое же тоже, так же мы сидим, так же он открывается. Вот. Ну, понятно, что через ветки так ездить нельзя, окошко можно снести. И у этого окошка также есть эта москитная сетка. Она вкладывается сюда. И получается, что здесь у нас дополнительное спальное место для человека. И также мы можем, допустим, это место как-то в работе, там, в охотничьей нашей использовать, что-то там нарезать, что-то там разговаривать, печка заработала. Кабина полностью была перебрана, вся там, заварены элементы, покрашена, загрунтована, там что-то заменено, куски пола там где-то вырезаны были, заварено новое железо. Панель приборов закатана в карбон углеволокно, поставлены рации. Рации как бы 27 мегагерц, как бы лучшие средние волны для леса. Вот. Сделаны такие как бы их крепления, перетыкание штыкеров. Вот эта рация, она для дальнобойщиков, 40 каналов у нее. Остальные переносные рации, маленькие там Hunter. Вот это усилитель сигнала, Delta репитер. Вот это можно хоть сюда вешать, можно сюда вешать. Здесь, если пассажир общается. А здесь достаточно удобно как бы водителю. Вот. Это навигация. Также камера заднего вида включается. Также эта камера заднего вида, она автоматически включается, когда заднюю передачу включаешь. Вот. Блокировки. То есть это обычное положение. Это межосевой дифференциал. Это межколесный дифференциал. То есть все блокировки включены. Аварийная сигнализация, кнопка включения массы, выключение вообще всего света, то есть такая светомаскировка. Только выведены как бы провода, сделаны маленькие лампочки спереди над колесами, над передними. Только чтобы подсвечивать только сам путь, саму колейность. Остальное, то есть все выключается, весь свет. Вот. Это пульт предпускного подогревателя двигателя. Вот, то есть мы, допустим, зимой включаем, можем как просто двигатель рубашкой подогревать, так открыв краны контура, который ведет фургон, мы можем подогревать этим же предпускным подогревателем фургон и аккумуляторы. Но логичнее, конечно, этим контуром пользоваться просто, когда двигатель вырабатывает тепло. Значит, здесь, в принципе, достаточно штатно все. Это ручной газ. Круиз-контроль, так сказать. Это вот у нас лампочки всякие, уже как бы сами, то есть тут дверь открывается, здесь есть переключение света, рабочего света. Вот мы, допустим, переключили рабочий свет, и мы можем тогда уже включить задний прожектор. Вот. Это включение печки салона. Вот, включаем печку. Ну, понятно, что сейчас эти вещи не работают, потому что надо включить зажигание. Включаем зажигание, вот загорелась лампочка. Вот это рычаг коробки передач. Здесь мы видим, в каком положении находится сам рычаг передач. Вот. Машина заводится. Сразу с полтычка. Это включение этих блокировок всех. Ну, сейчас просто воздуха нету, да? Воздух не накачал из-за этого. Пока не накачает, не заглушится. Магнитола, колонки. Свет, люк, из люка тоже можно вылезти, вот это барашки откручиваем, на одну сторону люк откидывается, можно. Сиденье на пневмо подвеске, здесь стояла одинарная такая обычная табуретка, полуторная, то есть, ну, так как мы сделали здесь проход, мы это сиденье убрали, поставили от сидельного тягача, от английского, какого-то праворольного, то есть,
комфортабельное сиденье с подлокотниками на пневмоподвеске. У нас сиденье оба на пневмоподвеске. Это сиденье водительское был каркас, а это вообще сиденье не было. Вот поставили оба пневматических сиденья, обшили в кожу. Вот. И также сделали новую обивку, моющуюся, такую нормальную, гладкую обивку. Кому особо интересно будет, тот может это все прочитать у нас на форуме autotravel.com. И также зайти там на сайт вездеходдом.com. Вот, и там все посмотреть подробно. То есть там описывается достаточно подробно все. В видеоролике все не расскажешь. Вот, здесь интересно еще рассказать вот об этом рычаге, об этом. То есть это переключение передач, это реверс, это запуск, заливается эфир, и воздухом вот так вот вкачивается туда эфир, то есть для холодного запуска дизеля. То есть вкачал эфир туда и запустился. Вот, вот это замки, то есть рычаг, он не может никуда повернуться, пока замок не откроешь. То есть вот здесь написано, да, размотка, намотка лебедки. Вот это управление передней лебедкой, это управление задней лебедкой. Вот, допустим, заднюю лебедку надо размотать трос. Мы нажимаем вот так и держим. То есть рычаги не фиксируются. Мы держим, смотрим по камере заднего вида, допустим. Ну вот я вот, допустим, ее сейчас включу. Вот смотрим по камере заднего вида, как там, что происходит. То есть тянем, или нам кто-то по рации подсказывает, там, напарник там. Вот, и также вот вперед, и потом на замок закрыл. Это передняя лебедка также. А это запасной просто, запасной рычаг. Он, канал его вход-выход выведены вперед там под бампер. Мы не стали удалять ни рычаг, ни контур, потому что удалить всегда проще, нежели потом поставить новое. А этот рычаг называется улиточная передача. По большому счету на охоте там и в обычной жизни он не нужен, вроде бы. Но в итоге оказывается, что при включении улиточной передачи у нас мы можем ехать вообще там 500 метров в час. Вот тут такая на самой нижней пониженной передаче, то есть такая скорость, то есть фактически 500 метров в час. То есть чем может быть полезен этот рычаг вообще в принципе? А вот если, допустим, застряли куда-то очень глубоко и капитально, и вот там бывает такое вот в одиночку. И вот ты выходишь, заходишь, какие-то палки, ветки подкладываешь, еще что-то. Так вот проще включить этот рычаг, включить передачи все, из машины выйти, просто абсолютно выйти, и уже спокойно заниматься там топориком колоть, что-то там пилить, и тут же подкладывать именно подкарабкающийся автомобиль самостоятельно. То есть он не заглохнет без водителя и не уедет без водителя. Он будет потихонечку карабкаться, можно подкладывать. То есть вот польза этого рычага. На замок все. Ну вот, вроде все. Также подробно об этом проекте вы можете прочитать, зайдя к нам на сайт вездеходдом.com. Основной архив весь сосредоточен на сайте Autotravel. И по каждому из проектов сделан видеоролик. Надеюсь, этот видеоролик тоже получился. Вот. А что уж будет дальше, какие будут проекты, мы во всяком случае трудимся. Вот. И сейчас тоже. Не будем вперед ничего загадывать. Дай бог встретимся в следующих проектах. Вот такой транспорт.